Приветствую вас, и видите ли, какая получилась ситуация. А для начала нужно ответить на вопрос, а с какого момента муж ребенка ругает или бьет? С какого момента он начал это делать? А была ли какая-то ситуация, которая поспособствовала такому поведению? Стало ли это следствием проблемы? Определенного конфликта, который вы не разрешили. И, безусловно, имея в виду, что рукоприкладство по отношению к ребенку совершенно неприемлемо, есть шанс, пусть и достаточно маленький, что мужчина делает это из-за того, что внутри него есть некий такой вот огонь борьбы, огонь конфликта, который еще не богат. И вам нужно срочно, очень срочно искать причину этого конфликта и стараться разрешить его с мужчиной, потому что очень серьезная психодрама. Она с малышом, когда отец его бьет, и малыш он маленький. И, собственно говоря, это и психическая травма, и физическая травма, вот. Далее, в 2 года вряд ли можно говорить как о таковой избалованности. Потому что в 2 года ребенка, слабо представляется, как можно избаловать, вот. И объективно ваш мужчина ничего не хочет делать для того, чтобы помочь, то есть все на вас, да, вы все делаете, а вопрос, что делает он для отношений. То есть, по сути, отношения тянете вы. И в этой ситуации, если не проработан конфликт, или если конфликта никакого нет, то в сухом остатке остается что? Во-первых, полное отсутствие, наверное, любви от ребенка. То есть, понятно, что любящий папа никогда не тот, кто не поднимет руку на своего ребенка. Он ругать его лишний раз, не сможет. Вот. В таком оценке это то, что мужчина категорически не хочет, чтобы вы делали это самостоятельно. Мужчина категорически не хочет, чтобы вы становились независимы от него, а бизнес это именно независимость. О чем это говорит? Говорит это о том, что мужчина опасается, что вы выйдете из-под его контроля. Мужчина опасается, что вы выйдете из-под его контроля, увидите, что без него вам жить лучше, и уйдете от него. А он понимает, что с таким характером и отношением вряд ли найдет другую женщину себе. И боится. И, собственно, именно страх вас потерять и толкает его на такие поступки. На вопрос, что делать? Значит, вы знаете, конечно, советовать вам не есть проявление профессионализма. Но здесь, в этой ситуации, ведь вы пишете, что, значит, муж ребенка только ругает или бьет, правда, вот те же прочитал, я понял, что вы не написали конкретно, что мужчина бьет ребенка. Тут получается, что он, может быть, и вас тоже бьет. А в таком случае можно говорить о том, что мужчина не уважает вас, он не ценит вас, он поднял на вас руку, значит, он не уважает себя. Ведь мужчина, который ударил свою женщину, он не может уважать себя, ведь это уже не мужчина. И он не уважает вас, потому что, соответственно, человек, который не уважает себя, не может уважать и других. И весь вопрос вот в чем. Значит, что вас удерживает рядом с этим мужчиной? Вы его любите? Если да, то, как я уже говорил, прорабатываем момент, которого такое поведение началось, стараемся решить конфликт. Если такого момента нет, и вы понимаете, что мужчина просто ведет себя так, без причины, то посмотрите на себя, посмотрите на свое существование. Вы счастливы? Вы получили то, чего вы считаете достойным? Вас бьют, или ребенка бьют, вас не уважают, ругают постоянно, ребенка тоже ругают постоянно. Вы считаете, такой ли надо семейная жизнь по вашему ощущению? Вы думаете, что вы достойны такого существования, такого отношения своего мужа? Вы считаете, что вы заслуживаете этого?
Вот, наверное, исходя из этого ответа, и нужно принимать решение. Потому что уверен, что вы, как человек, который знает себе цену, а раз вы экономист и предприниматель, то вы, наверное, знаете себе цену, вы никогда не позволите себе это терпеть. И возникает вопрос, а что же вас, собственно говоря, держит с этим мужчиной, что вас удерживает рядом с ним? И ответив на этот вопрос, вы как бы определите для себя, чего хотите вы, что вы имеете, и что не дает вам получить то, чего вы хотите. Вот в зависимости от того, насколько то, что вы имеете, превышает того, чего у вас нет, и насколько то, чего вы имеете, меньше того, чего вы хотите получить, и насколько условно является препятствием, которое не дает вам получить этим, и определиться ваше решение. По мнению моему, которое у меня сложилось под обращением вашего письма, вы достойны лучшего. Вы достойны, знаете ли, любящего мужа, который помогает, который ценит вас, который любит вас и ребенка, естественно. Вы достойны того, чтобы мужчина оценивал то, что вы делаете. Чтобы он восхищался вами. Чтобы он понимал, какой важный вклад вы делаете в то, что для вас важно. Чтобы он уважал ваши интересы и поддерживал вас. По-моему, ощущение, мне кажется, вы достойны именно этого. И весь вопрос в том, почему вы считаете, что вы недостойны этого? Весь вопрос в том, почему вы терпите подобное отношение? Что заставляет вас это терпеть? И ради чего? Вот ответьте себе, ради чего вы это делаете. Потому что ни вам, ни ребенку это никакой пользы не несет. Ребенку это вообще вредит очень сильно. И если вы хотите сами жить счастливым, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был счастлив, а он может быть счастлив, только если счастлива его мама, то я думаю, что этого мужчину надо бросать. Если вы боитесь, что вы никому не будете нужны с ребенком, то вы ошибаетесь. Мужчина серьезный, уважающий себя, знающий, чего он хочет, не глупый мужчина, понимает, что мама, женщина-мать, это женщина, которая умеет любить, умеет заботиться, умеет хранить домашний очаг, умеет создавать уют. Такая женщина для такого мужчины бесценна. И потому не нужно думать, что если вы от мужчины уйдете, то у вас больше никогда никого не будет. Будут. И гораздо лучше. А вы, наученные горьким опытом, никогда не позволите больше никому так к себе относиться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, то сделайте его, пожалуйста, лучшим. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи.